Ну что, дорогие друзья, позвольте еще раз всех поприветствовать. Сегодня у нас такая вот незапланированная игра на сцене команды, которая готова вас поразить своим юмором. На сцене финалисты высшей лиги КВН Чувашии. Итак, сегодня играют команда КВН Капучино, Чифран Хикс. Вот такое вот сложное название у вуза, которое они представляют, что, как расшифровывается, что это, они сами скажут в своем выступлении, я надеюсь. Я представляю следующую команду. Это молодая сборная кооперативного института. Ваши аплодисменты. И еще одна команда у нас сегодня есть. Команда молодая, но тем не менее уже очень успешно прошла сезон и играет в финале высшей лиги. Команда КВН «Разные люди» МГОУ. Ну а теперь под ваши бурные аплодисменты я приглашаю на сцену первую команду КВН с визитной карточкой. Скажем так, традиционное приветствие от команды КВН Капучино. Чифран Хикс, под ваши бурные аплодисменты. Добрый вечер, мой город! Добрый вечер, дамы и господа, на сцене команда будущих чиновников из президентской академии. Эй, парень, посмотри, здесь для вас чиновники. Все мандатами трясут, в КВН играть зовут. Напрягаем ягодицы, чтобы у вас здесь засветиться. Ух! Так, подождите, а как называется наше учебное заведение? Чебоксарский. Так. Филиал. Ага. Российской. Опа. Академии. Хорошо. Народного. Угу. Хозяйства. И? Государственной. Еще? Службы. Как? При. Куда? Президенте. Не надо. Российской. Хватит. Федерации. А, хватит. Вы можете сказать кратко? Чифран Хикс. Как? Чифран Хикс. Чифран Хикс. Чифран Хикс. Чифран Хикс. Чифран Хикс. Так, стоп! Хватит выть! А? Вы что, близняшки? Да. Близняшки из полторашки. Так, близняшки, от ушей две ляшки. Пока тут не накосячили, собрались чиновники и давай поехали. Опа! Чифран Хикс. Чифран Хикс. Девушка на первом свидании, ну, очень волнуется. Ой, я, кажется, сильно закрыла. Нормально. Ой, я, кажется, сильно дернула. Нормально. Я, кажется, сильно крутанула. Просто не в ту сторону. Ой, я, кажется, сильно откинулась. Блин, ты можешь успокоиться и сесть нормально. Ну что, поехали? Поехали. Только болты. Случай в индийской армии. Хатуба, хатуба. Команда КВН «Разные люди» МГОУ. Три команды в этом зале, яркие, как карнавале. Мы залезли в ваши души, кубок МГОУ очень нужен.
Ребят, я извиняюсь. А это кто? Я кто такой? Я почетный клиент сети Новонет, и я знаю, как вам помочь. И как ты нам поможешь? А чего вам помогать? Вы эти, как их? Вы уродцы. Вообще-то я не урод. Ты не урод? Ты хоть раз себя полностью в зеркало видел? Ну, не видел. Вот когда увидишь, испугаешься. Есть что-нибудь нормальное, чем удивить? Конечно, есть. Чувашская версия фильма «Тор». В древней античной Чувашии был свой герой – Ники Тор. Эпе пызок Тор. Эбе пэджик локи. Эбе пызок в шоке. Да, ребят, стоп. Что вы вообще показываете? Да нормальная миниатюра, ребят. У меня похожая есть. Итак, представьте, солист группы «Руки вверх» обозвал девушку за то, что она с ним просто поздоровалась. Ты, как всегда, мимо пройдя, сухо мне скажешь привет. Ага, чувствую, сработаемся. А теперь собрались и... Новонет! Красные люди. Красные. Каждый из нас ездил в маршрутке и, наверное, заметил, что водители стали похожи на американских полицейских. 334-я! Вещи 2-та! Мень! Пристегни ремень! Коля, а? У тебя дождь идет, что ли? Че, дурак, что ли, я за тебя еду? А, да, точно. Коля, Мень, пристегни ремень! Игорь, что? Аккуратнее, там на каблучке машинка работает. От души, братан. Вообще, по-моему. Все, давайте присели. Мужик, ты че там стоишь? Не можешь мальчику на коленке сесть, что ли? Женщина, ты что, беременная, что ли? Да. Освободи место, видишь, алкаш стоит, болтается, проход занимает. И вот смотрите у меня, если гаишник за превышение остается, сами платить будете. Коля, дай вперед, ты меня зажал. 331-я уехала, я плакаю. Красная. Друзья, нас часто сравнивают с одной командой из города Йошкар-Ола, Белый Орел. Но на самом деле мы много на кого похожи, и поэтому сегодня за нас играли Мэтт Дэймон. Борис Бурда. Антонио Бандерас. Ну и, наконец, повзрослевший мальчик из фильма «Один дома». Команда КВН «Разные люди», спасибо.